припекнуть тебя за глупые поступки, но нет смысла спорить. Иди на юг через лес. Впереди за мостом стоит поезд. Я буду ждать тебя там. За тобой. Не высовывайся! Есть туннель. Будем надеяться, что этот поезд повезет нас в Нью-Йорк.
Джозеф, я тебя вижу. Я на другом конце моста, через реку. Берегись. Впереди снайперы.
Джозеф, слава богу, ты жив. Иди сюда. Джозеф, если мы не перейдем горы, а проедем через них на этом поезде... Я знала, что вы придете. Я видела ваш бой на мосту. Мы молились, чтобы вы пришли. Идите за мной. Спасибо, Господи, ты услышал молитву. Поезд. Он не работает. Мой муж мог бы починить его. Но 2 дня назад он пошел чинить генератор. Когда он вернется? Должен был вчера ночью. Джонатан, мой муж, возглавляет нашу общину. Нас немного осталось. В шахтах живет существо. Вначале оно сжирало целые семьи. Мы сражались, но потеряли 1000 людей за месяц. Мы выучили урок. Расскажите мне об этом существе. Оно вылезает из земли, как сатана. Оно заразило многих. Они стали бестиями. И хуже. Мы строим стены, но они проламывают их. Джонатан говорит, что так Бог испытывает нашу веру, как Иова в Библии. Мы терпим, боремся, молимся. Но иногда так много грусти и боли, и смертей. Вам лучше уйти. Уйти? Нет, сэр. Это наша земля, данная Богом. Если мы умрем здесь, да будет так. Недавно группа людей утратила веру и ушла. Они не прошли и километра. Теперь они в раю, в мирах праху. Джонатан ушел и сказал, что если увидит существо, то убьет его. Я люблю мужа, но он не солдат, как вы. Я молилась, и вы пришли. Я верю, что Джонатан еще жив. Я верю, что Бог послал вас, чтобы найти его. Пожалуйста, помогите нам. Джозеф, нам нужен поезд. Найди парня, который его починит. Будь осторожен. Да хранит вас Бог. Thank you.
Понял.